Продолжаем историю про наш куб. Поменяли спицы, перетянули колеса. Вот такие были спицы, как вы помните, кривые. И не знаю, зачем так сделали, но спицы были очень дорогие. Поставили новые, вот эти запасные будут. Сейчас поставим цепь, звездочку. И еще у нас проблема обнаружилась. У нас была сорвана резьба. Вот здесь вот. Соответственно, поставили футорку ремонтную. Вот такую вот стальную. Сейчас я еще это немножечко надфилем подровняю. После того, как колесо поставлю, и буду весь велосипедик собирать. Клиент купил такие покрышки. Одну камеру у меня сейчас сдуло, непонятно почему, потому что камеры стояли надутые все это время. Сейчас сниму, проверю, в чем причина. Заканчивается история с кубом. Два месяца он ждал своей очереди примерно. Переспицованы оба колеса, потому что частично спицы были повреждены при предыдущем ремонте. И, соответственно, спицы менялись. Перебраны обе втулки. Состояние конусов здесь просто жуткое. То есть это вот то, что было перебрано в одном магазине. А потом вот мы пошли, купили, нам хорошо скидку сделали. Купили новые шимановские конуса. И перебрали обе втулки полностью. Новая цепь, новая звездочка, все настроено, все работает четко. Поправил оба ротора, потому что, к сожалению, до этого их никто не правил, и тормоза не настраивал. Починили мы переключатель, то есть изготовили у токаря вот этот винт, потому что, к сожалению, не нашли мы именно такого. Изготовили, все сделали. Вот этот винт клиент сказал, что где-то у него там, может быть, есть запасной, и он сам закажет. В общем, вот это мы не точили. Новая резина, клиент сам принес, поставил. Все, велосипед готов, но очень долго этим мы занимались велосипедиком. Сейчас все работает четко, как часики.